Набор чек-куколки Лоу. И тут, скорее всего, будут одежда, косметика. Это стоит 100 рублей. Ну что, открываем. Открывается легко. Ой, какие милые штучки. Посмотрите. Из игры в кальмары. И вот это тоже. Вот это вот вообще пушка. И вот это вот куколка. Но самое главное даже не в этом. Эта система строится достаточно медленно, хотя все собравшиеся в Петербурге, все там, наверное, 60 лидеров, что-то вычело у меня из головы. Они не то чтобы хотят вот вообще строить многополярный мир и такого подобного монументального сооружения. Они боятся, что завтра будет кризис финансовый. И в рамках БРИКС как-то можно еще успеть. Ну вот это прям 5 из 5 за 100 рублей. Я еще покупала киндеры на море за 50 рублей. Они такие вкусные. Они вот в таких вот белых штучках. И вы просто посмотрите, какие здесь игрушки в сравнении с теми киндерами, которые сейчас чуть ли не миллион в магазине стоят. Открываются они тоже в окна. И просто посмотрите, какая милая игрушечка. Пожалуйста. Смотрите. Ничего напряженного. Какая милая игрушечка. Вот здесь. Вот он там немножко в шоколаде. И это стоит 50 рублей киндер. И, кстати, он очень...